За жителей Мариуполя. И Молитесь? конечно, за православных всех молимся. А зачем вы убиваете православных жителей Мариуполя? С какой целью? Это азовцы православные. Это более 20 тысяч убитых в городе Мариуполь, который разрушен практически до основания, которого практически уже не существует. Зачем вы их убили? Да ладно. Вон азовцы ваши сидят еще и людьми торгуют. На сало меняют. Зачем вы убили жителей Мариуполя? Для чего город разрушили? Да, сказки. У вас фантастику не читайте, тем более плохую. Я вас понял. Это все. Вы все это врете. Нужно говорить так. Вы все врете. Это все неправда. Да ты в чем? Вы перевираете. Ага. У вас даже врать не получается. Вы перевираете, юноша. Понял. То есть жертв юноша? Нет. Постройки 19 века, то есть это сама история нашего Мариуполя. Да. Так вот, эта история превратилась в руки, и мама увидела сквозь пожар два танка, которые просто тупо стреляли по домам. Да, сказки. У вас фантастику не читайте, тем более плохую. Я вас понял. Это все. Вы все. Нужно говорить так. Вы все врете.